Готовим рисовые шарики с моцареллой и арончини. На оливковом или подсолнечном масле обжариваем луковицу до прозрачности. Дальше обжариваем чеснок. Кладем рис. Вливаем воду, в оригинальном рецепте используется вино. Дальше добавляем соль, сливочное масло, растапливаем масло и вливаем куриный бульон порционно. Каждый раз выпариваем бульон и вливаем новую порцию. И не забываем постоянно активно перемешивать. Дальше готовому рису добавляем пармезан и перемешиваем. Готовый рис выкладываем на противень, выравниваем, остужаем и убираем в холодильник на 2 часа. Дальше берем немного риса, кладем моцареллу посередине, формуем шар, обваливаем в муке, дальше в яйцах, в самом конце панировочных сухарях и обжариваем на подсолнечном масле до красивого золотистого цвета на среднем огне. Арончини готовы, подаем с томатным соусом. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.